39% жителей Нижегородской области сделали прививку от коронавируса. Такие данные приводят в региональном Роспотребнадзоре по состоянию на 7 октября. Это чуть более 1 000 000 человек. Представитель надзорного ведомства отметила, что в регионе пока нет подъема заболеваемости гриппом, однако вирус уже пришел в Нижегородскую область. В связи с этим развернута также активная прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день вакцинировано 20% нижегородцев. Садыкова порекомендовала жителям области не затягивать с вакцинацией от обоих вирусов, однако стоит помнить о том, что одновременно сделать обе прививки нельзя. Разные вакцины нужно получить с разницей не менее чем в 1 месяц. Стоит отметить, что совсем недавно в наш регион поступило 1,5 миллиона доз вакцин от COVID-19 и 1 200 000 вакцин от гриппа.